Всем привет! С вами, как обычно, Дмитро, и мы продолжаем катать с вами Wolfenstein 2 The New Colossus. Работные массы, любой каприз. Если ты про туалетную бумагу, то да. Нам, конечно, приходится экономить, но сральная лента там есть. Боже, о боже! Да. О, небесная благодать! Работающий, смывающий сортир! Я уж думал, не доживу. Это просто... Я посижу тут минутку. Удачи. Удачи, супер чудило. А это что? Что, где? Эссосари! Не. Думаешь, самый умный, да? Давай посмотрим сейчас. Тогда вот тебе. На. Нет. Погоди-ка. Может быть, тут сейчас какой-то квест будет связанный, потому что... Макс Хас! Ну, кстати, Макс меня чем-то напомнил... манерами своими Тимми из Южного парка. Макс, нет! Опять ты, глупый голем! Глупый голем? Мужик! Почему ты все фигурки скидал? Просто признай свое поражение. Чего, Макс? Помочь тебе все фигурки найти? Это будет сложно. А, он рисовать сел. Ясно, понятно. Нарисовать у него, наверное, лучше получается. Явно, чем шахматы катать. Так. Ладненько. Ладно, пусть рисует. Видимо, мы уже не увидим, что он там намалевал. По крайней мере, пока не пойдем на какое-нибудь очередное задание. Я беру с тебя пример, капитан. Я никогда не сдамся. Окей. Так. Давай посмотрим. Не так подробно, конечно, как в серии, где мы под лодку исследовали. Но просто пробежимся немножко. Нужна боеголовка из отсека F. Добудешь ее? Спасибо. Добыть боеголовку из отсека F? Я туда больше не полезу, дамочка. Как там насчет ядерной боеголовки? Она нам нужна. Аня сказала, в отсеке F находится склад. А, то есть нам все-таки придется, наверное, по квесту топать. Искать. Так, фрау Энгель мы вроде смотрели. Да. Ну тут, в общем, есть штуки, которые мы уже видели. Ну тогда быстренько буквально пробегусь, посмотрю. Здравствуйте, Герр Бласковец. Здравствуйте. Аня выделила мне терминал. Сказала, чтобы от меня был хоть какой-то прок. Но он сломался во время атаки. Бывает. Герр Бомбата сказал, что починит его. Он очень любезен, я? Так, ну окей. Чё, Герр Бомбата? Привет, здоровяк. А я тут разбираюсь, почему старушка не фрычит. Не просто, но я пойму. Починю, и тогда она у меня включится. Окей. Хорошо, мужик. Так, ну... Так. Интересно, и куда это втыкать? Может, сперва надо смазать, черт знает. Смазку сейчас скажешь найти, нет? Электрощит теплый и влажный на ощупь. Не знаю, я не хочу уходить просто. Влажный на ощупь. Осторожней, мужик. Ладно, наверное, все-таки по... Я видела новых людей из Манхэттена. Не знала, что кто-то выжил после удара. Мама говорила, что никто не выжил. Брэдсу твоя мама? Но ладно. Ваш отряд примет меня, Герр Бласковец. Да, примем. Ты не такая, как твоя мама. Так что все окей. Хорошечно. Давай. По-моему, внизу, в этом, где кафе или что-то такое, да? Бар.
Что-то там такое вроде новое должно появиться. А дальше можно будет, в принципе, пойти посмотреть по поводу отсека F. Так, главное тут не потеряться. А то это тебе не какая-нибудь тут, не знаю, штаб-квартира Грайзау из Вольфенштейна 2009. Никаких тут новостей нету больше. А, это эти сериалы, да? Но сериалы мы смотреть не будем. Потому что там... Под это надо будет еще две серии, наверное, потратить. Во, мы пришли в кафеху. Привет, капитан. Привет. Так, тут Сони за Сони больше нет, но залезть я все равно не могу. Я потому что думал, что там что-нибудь есть. Так. О, прости. Я увлеклась разговором. Нужно вернуться к потайному входу в раздевалке. Грейс, нужна ядерная боеголовка из хранилища в отсеке F. Так, ладно. Ну, что-то ничего новенького, в принципе, почему-то нет. Ну, только новые некоторые истории и диалоги, которые можно послушать. Ладно, значит, надо идти будет к отсеку F топать. Надо вспоминать, где это находится. Тут закрыто. Болдо говорил про запад? Нет, капитан. Здрасте. И вам здрасте. Нет, тут ничего нету полезного. Ладно. Значит, клуб Грайзау тут что? О, еще картошка. Возможно, есть смысл эту картошку еще свинье дать. Не знаю зачем, правда. Можно сгонять, посмотреть, проверить. И вообще посмотреть комнаты. И потом дальше мы пойдем, наверное, тогда на задание. Уже. Так, где тут жилые помещения? Клуб Грайзау. Надо все это вспоминать, блин. Поступить это. А вот Хельм, Кантина. Ну-ка. Сюда мне. Пожалуйста. А, нет. Блин, я уже это. Теряю. Сноровку. Могу никак не. Сейчас найдем. Тут где-то рядом. Во, нашел. Тактический дом, который Сет построил в Тиге. Космический дом. Что тут у нас? А, табакерка это. Ее уж смотрели. Все. К поросенку сгоняем. Да, есть фишка пообщаться со свиньей все еще. Что, свинка довольна? Видимо, свинку надо каждый раз кормить. Не знаю зачем. Какой в этом смысл. Ну, кто знает. Может, все-таки что-то, какую-то реальную пользу от этого я когда-нибудь извлеку. Так, адрес это наша хата. Опа, это они. Близнецы толкаются. Мне кажется, они чувствуют, когда ты рядом. Крутяк же. Так. Переживаю за жизнь виртуального бласковица больше, чем за свою. А и ты? Я бы этого очень хотел. О, да. Так, ну чё, давай потопали. Сейчас еще Вайта. Что? Жить подальше. Ты не сможешь дать то, что ей нужно. Подожди, тут что-то можно взять. А, это музончик. О, это. Как-то странно получается. Окей, хорошо. Музончик. Ува, это куча рыб. Птицы прочие. Так. Лабас, это все, нам надо идти в отсек F. Привет, капитан Бласковец. Здорово. Оружие. Есть тут что-нибудь полезное, нет? По-моему, нет. Тир. Можно патроны, в принципе, поднабрать, если есть какая-то нужда в них. Шутинг рейндж. Подожди, это что там? А, это тир этот. Дальше продолжение в тир. Так, давай тогда, сейчас я букву Г нажму. Нам туда вот этот секов. Так, это за хрюшкой. То есть туда топаем. Угу. Все. Ну давай теперь на миссию пошли. Ахтунг! Капитан?
Найти отсек F, покинуть тюрьму. Ну да, тут ничего нету, в принципе, ничего не добавилось. Наверное, попозже как-нибудь что-нибудь новое добавится, какие-нибудь штуки приколюхи. Замолчи! Прием. Иду ловить ядерную боеголовку. Ясно. Держи меня в курсе. Так. Ядерная боеголовка. Кстати, как там по поводу комплектов улучшений у меня? Есть один, да? Давай я, наверное, к пистолету еще глушитель бахну. Пусть будет. Так. Ну и теперь нам надо с вами найти ядерную боеголовку. Сейчас я сохранюсь, наверное, в отдельном слоте. Еще. Всякий пожарный случай. Вот его отсеков. Так, вниз нам не спуститься. А куда тогда? Подожди. Нет, подожди, нам сюда как раз. Сюда. А, на, ясно, наверх. Наверх. Вот, все, пригнулся и полез. Потопал. Тут мы, по-моему, уже ходили с вами. Так, мужик, не падай. Твой костюм. Тепло и сыро внутри, от этого нестерпимый зуд. Как ты терпел его так спокойно? Он так плотно сидит, что я едва дышу. Но внутри, Кэролайн, ты оставила пустоту, которую мне не заполнить. Так, ладно, спускаемся. Так, ну тут по идее... Хотя я не знаю, если честно. Но этот еврейский костюм тут, мне кажется, все-таки... Не утонешь в нем особо. Не задохнешься, ничего. Все, окей, должно быть. Где-то на дне, может, секреточка какая-нибудь валяется. Ладно, не буду туда спускаться. И еще тут, возможно, какие-нибудь немцы недобитые имеются. Так что надо поосторожнее тут действовать. Отключили вентилятор. Я пока не понимаю, твой как... костюм и наша борьба. Ага. Они держат меня на ногах. И Аня. Ее голос. Красота. В них моя сила. Сейчас будем смотреть по поводу боеголовки. Ну, тут по любасу кто-то еще есть. Видишь, мне что-то даже карту дали. Вот, наверное, это боеголовка. Что это? Недоступно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейф. Тут только сраные роботы остались в живых, походу. Давай, готовимся их выбивать, наверное. Готов. Это неожиданно было, если честно. Я думал, что тут уже никого, в принципе-то, и нет. Но при этом ожидал, что кто-то, в принципе, и есть. Ласковец, хочу тебя предупредить. Если верить инженерной карте, склад ядерных боеголовок оборудован защитной системой. Я насчитала рядом с ним 3-4-5 саркофагов для анабиоза. Будь готов ко всему. Конец связи. А, тут еще большие мальчики вылезти могут. Как это мило. Саркофаги для анабиоза. Ну, серьезно, там, наверное, какие-то реальные товарищи могут выскочить. Ну, ладно. Мы с вами вооружены до зубов, так что, что там. Не боись. Подожди. Минутку. Ну, вентиляцию так вентиляцию. Ладно. Потопали. Просто готовимся к худшему.
хрена не видно. Здесь явно нужен свет. О. О. Сейчас питание восстановим, и какие-то большие мальчики по-любому восстановятся. Логично. Блин, я хз. Я сейчас просто хз, что делать? Если ты меня слышишь. Ага. Я тут пришел к выводу, что бы ни случилось, она не узнает, что будет растить наших малюток одна. Это моя ноша, а не ее. Тут где-то большой мальчик заспаунился. Как минимум один, видишь? Так, вот отсюда еще могло выскочить. Изишник какой-то вообще. Не, что-то какая-то локация немножко смущает меня. Я не могу. Я могу понять, куда дальше двигать. Много моментов таких, где не совсем понятно, куда дальше идти. Туда можно спуститься. Вообще, откуда я пришел, я даже не знаю. О, полез. Смотри. А вот и цель нашей, кстати, миссии. Никакого боезапаса, к сожалению, нет. Столько... Сделаю так. Угу. Буду держаться в стороне. Не подавать вида, Карлайн. Смерть сделала меня лгуном. Окей. А вот дверь, кстати, открыта. Нам сюда и топать. Наверное. Придется эту фигню бросить.
чертовы дроны, вот они бесят. Реально. Столько патронов на них бросал. Что жесть. Окей. Это что, ведь еще не все, наверное. Вон там еще патроны какие-то лежат. А, это броня. Даже не патроны. Граната. Тут сейчас еще выскочит один, как минимум. Ну-ка, Савелла. Чего не вылазим? Ладно. Окей. Вот туда нам топать, да? Просто не очень, не особо я фанат однообразных коридорчиков. Таких вот. Поэтому не совсем у меня ориентация в них получается грамотная. Так, открыть склад боеголовок. 5 хп можно пончиком восстановить. Блицменш не выдумка, а реальность. Франкфурт. 26 июня 1961 года. Вчера был опубликован научный доклад о 30-летнем жителе Баварии, способном поднять руками автомобиль. Анализ ДНК выявил, что это сверхчеловеческая сила и следствие исключительных арийских генов. Быть может, супергерой из сериалов Блицменш и Уберлига скоро перестанут быть просто фантастикой. Происходство арийской расы – неоспоримый научный факт, подтвержденный учеными всего мира, заявил Отто Грюнвальд из Института по изучению немецкого наследия. Лучшим примером для настоящего супергероя является никто иной, как наш любимый фюрер. Но разве супергерой может обойтись без помощника? В таком случае генерал Энгель могла бы стать для фюрера ее Фройлейн Фокс, рассмеялся лысеющий, но очень талантливый ученый. Причем тут его лысеющая сторона, так, вот сейчас второй чудик вылез. Ой, мужик. Сейчас мне сюда надо бы залезть. Кое-что скушать. Ну и меня, возможно, сейчас убьют. Ха-ха, изи. Вообще заборол его. Только так. Но их тут, возможно, еще больше. Надо иметь это в виду. Все, взять боеголовку, покинуть уровень. Грейс, слышишь? Я нашел боеголовку. Класс. Отнеси старику, как там его, Сету. Тихо, Шимшин! Это не цацка! Ты как? Дай-ка взглянуть. Ты бледноват. Скажи, тебя не тошнит? Может быть, тебя знобит? Порядок. Отлично все. Точно все отлично? Ладно, я займусь этим, а ты иди спать.
байки. В гробу отосплюсь. Тогда будь добр, перед смертью загляни к Грейс. Она в штабе, в бывшей комнате Кэролайн. Да, мистер Уайт. Ты когда-нибудь говорил с Богом? С Богом? Да. Много раз, много раз. Ух ты, круто! А он что? Я все еще жду от него ответа. А что? Я надеялся, ты поможешь мне понять, что я недавно видел. Что же ты видел? Что же ты видел? Я видел дороги в небе. Понимаешь? Не трогай. Свет, распространявшийся по галактикам. Он, он был как такие симметричные цветовые узоры. А я летел сквозь них со скоростью света. И тут мне показалось, что реальность замкнулась в себя. И что я как-то прорвался сквозь барьеры измерений. Я смог увидеть все. Только я перестал существовать. Это был и я, и не я. Очень любопытно. И там, откуда я смотрел, были такие световые узоры, которые стали корнями, ведущими к невероятно огромной фигуре. Что-то вроде геометрического дерева, больше Вселенной. А потом я услышал звук. Голос, прогремевший в моем сознании. И вот эта живая фигура заговорила и сказала всего одно слово. Какое? Пришелец. Пришелец? Одно слово. Пришелец. Я не знаю. Это трудно объяснить. Вы посмотрите на его физиономию офигевшую. Это Дат. 10 сфирот. Да ну. 10. Что? Эти видения. Как они тебе явились? Ну, типа как во сне. Во сне. Это поразительно. Поразительно? Мало книг по теме на английском. Так, слушай внимательно. Прочти это. Читай вдумчиво. Это важно. О любых откровениях, наблюдениях, обо всем сообщай мне. Понял меня? Понял, Ингель? Спасибо. Хорошо, сэр. Хорошо, мистер Уайт. О, спасибо. Так, ну отлично. Ладно. Пойдем давай. Книгочиты. Что там у нас? Говорит с Грейс. Ты сейчас уронила книгу? Книгу? Какую книгу? Я не знаю, о чем ты. В самом деле, зачем было гонять книгу? Так, клуб Гризау. Поговорить с Грейс. Там. Давай еще в жилые квартирки заглянем. И потом туда. Просто, может, что-то новенькое появилось. Все-таки. Как дела, Пик? Не, ничего. Впрочем, ничего нового. Привет, Аня. Они толкаются сильнее с тех пор, как ты проснулся, Уилли. Думаю, мне терпится тебя увидеть. А мне не терпится увидеть их. Но время не на моей стороне. Как известно. Так, ладно. Давай топать тогда. Куда там? Нам надо Грейс. Тебе часто страшно стесняться, да? Вы топали. Уильям? Аня, я же тебя только что видел. Что? Ты как будто меня избегаешь. Что не так? Почему избегаю? Только что у тебя был. Не молчи. Смотри на меня. Я железный дровосек. Какая уж тут близость. Плевать. Что-нибудь придумаем, как всегда.
Ну почему не попробовать? Потому что я умираю. Чем дольше мы притворяемся, тем тяжелее потом будет. Меня через неделю закопают. Откуда тебе знать? Ты что, в провидцы подался? Не говори о том, о чем понятия не имеешь. Супер чудило вышел. Туалет работает. Он там сидел весь тот момент, пока мы отсек F посещали. Тащи свой зад обратно в центр управления. Наведешь там порядок. Вертолет ХАС-2 готов к вылету в ангаре. Он подкинет тебя до Галвестона, а дальше действуй по ситуации, милый. Поцелуйчики. Шикарно, босс. Ласковец, отправляйся в ангар и проверь, готов ли ХАС-1 к вылету, лады? ХАС-1? Я не смогу быть рядом. Не смогу растить детей. Это невыносимо. Так не сдавайся, Уильям. Потому что я тебя ни за что не брошу. Никогда. Пойдем со мной в душ. Снимем эту штуку, я тебя отмою. Ты воняешь. Воняешь. Нельзя снимать. Я развалюсь на куски, и меня уже не соберут. Я должен идти вперед, пока еще могу. Вот, Карло. Облажался и все и сказал. Оказалось, я берег от боли не ее. Себе. Так, а ты там что подглядываешь? Капитан Бласковец. Алло, что подглядываешь? Пример, капитан. Я никогда не сдамся. Господи, стандартную фразочку выдал, что никогда не сдастся. Ладно. Так, ну, вроде бы пока никаких прям серьезных обновлений я не вижу в отсеках, поэтому, в принципе, можно пойти на дальше. О, мы тут, по-моему, еще не были. Твою мать! Кстати, ты что? Шрамы от радиации у меня. Вон там что-то есть. Чешется как... Письмо Альберта. Лени, здесь в клубе играют нашу с тобой песню. Ту самую, про которую ты как-то сказал, что от нее, кажется, голова делает тебя легкая, как пюрышко. Здесь уже темно, я слышу, как за окном дождь мягко стучит по стеклу. Я хочу, чтобы ты ко мне вернулась, милая, в клуб, где должен звучать твой чудесный голос. Я знаю, что тебя уже никак не переубедить, но я должен тебе сказать, мое сердце болит. Я каждый день думаю о тебе и мечтаю о тебе. Я пытаюсь писать песни, но они все летят прямиком в мусорную корзину. Видимо, ты забрала мой голос с собой. Я уважаю твое решение и знаю, что у афроамериканцев сейчас много проблем, которые нужно решать. И да, ты права, что кто-то должен положить начало. Я знаю, что ты права, но разве обязательно, чтобы этим кем-то была ты? Я знаю лишь, что соскучился по тебе, я помню, как блестела твоя кожа в лунном свете, когда ты лежал на смете постоянно в нашей постели, помню, как ты пыталась изо всех сил сдержать смех, рассказывая мне свои анекдоты, помню твои гениальные комментарии о внешней политике властей, пока ты внимательно читала газету за завтраком, я скучаю по всему этому и не только. Если ты все-таки решишь за меня бороться, родная, дай знать, когда закончишь бой, и возвращайся ко мне, я буду тебя ждать, твой навеки тем и духом, Альберт. Изо всех сил стараюсь не чесать. Песенки. У них есть мир. Классный каталог. Как делишки, правильно? Газет какая-то. Карта. Карточка, точнее. Ник Дорс. Мистер Дорс. Так. Ну, тут все. Кстати, а кто это там? Не. Просто стремянка. Дозаправить вертолет. Где это там? Что-то я не вижу. Не вижу указать. А, вот все нашел. Это, получается, надо будет еще на этаж выше подняться. Давай, на этаж выше. Главный чувак. Даже еще выше. Да, я главный чувак, ну что же.
заживо похоронили. Мы в безопасности, Барбара. Вот-вот. Ладно, выясним, летает ли эта птичка, раз Грейс попросила. Забудь пока обо всем остальном. Так. Давай дозабрать вертолет. Ой, из нашей этой штукенцы. Что, еще надо, что ли? О, ничего себе. Окей, больше так больше. Вертолет крутой и мощный, я сообщу Грейс. Ну давай. Топаем Грейс. Да? Вернуться Грейс. Нам все ниже и ниже надо будет спускаться. Пока мы туда не дойдем. Как твои дела? Пока все норм. Но время покажет. Так. Сюда вниз прямо. Хопа. Говорит с Грейс, покинуть уровень. Так, не добавилось ничего у него в комнате? Нет, ничего. Ребятенок спит. И она тоже что-то сонная какая-то. Ладно, все, покидаю тогда левел. Порядок. Вертолет готов. Спасибо. Пожалуйста. Пора устроить собрание. Войди и ступай через врата, чтобы обрести 32 пути мудрости. Это еще что за вольтик там? Рядышком. А, космонавтик. Боишься щекотки, дружок? Макс! Боже, Макс! Я тебя не заметил. Нет, Макс, я тут серьезную книжку читаю, а твой робот немного мешает моему духовному просветлению. Понял? Макс, Макс, все, спокуха. Для тебя все это очень сложно. Почему бы тебе не поиграть с хрюшкой? Очень сложно, до свидания. Видишь, я пытаюсь разобраться с этими вратами. И ты все равно не поймешь. Макс Хорс. Макс, это серьезная философская литература, ясно? Нельзя просто ткнуть. Макс, это оно! Как ты? Ты нужен в штабе, Вайт. Так, народ, хорош страдать всякой фигней. Пора уже навести шорох. Эй, англичанин, у вас есть ракеты, ты в курсе? Классно, босс! Да, мне нравится! Вот это круто! Точняк! Так, что-то вообще голос пропал. Для подготовки, короче, в убежище Чудилы вот. Есть туннель. Он выведет тебя прямо к сверхсекретной подземной базе нацистов. Где они проводят опыты с какими-то технологиями пришельцев. Нью-Мексико, говоришь? Это одна из наших. Что это значит? Одна из ваших? Ага, все тебе расскажи. Чтобы ты отправила весточку своим друзьям в Берлин? Нет! Какого хера она тут делает? Грейс, ты что, она хорошая? Чёртова нацистка! На вашей лодке! Что ты там говорил? Секретную базу, про которую ты говорила, построили наши. Тад Ихуд. Это одно из самых крупных убежищ. Оно находится под землей, там, где сейчас Розуэлл, Нью-Мексико. Оно там уже 1000 лет, с тех пор, когда европейцы еще даже не покорили Америку. Там хранили антигравитационные... Как там евреи оказались? ...который бы в два счета переломило ход войны. Мы открыли ее для властей Соединенных Штатов Америки, но, увы, было поздно. Америка проиграла, и убежище попало в лапы нацистов. Вот такие дела. Ой-вей. Ой-вей. Чудило сильно расстроится. Он думал, что ее пришельцы построили. Он видел корабль, упавший в 47-м. Так что тебе там нужно? Слыхал про оберкоманда?
Да, нацисты перевезли его в твое убежище, Сет. Что бы там ни было внутри, это нечто важное, что вся нацистская верхушка уехала из Берлина в Нью-Мексико. Тогда тебе нужно вот это. Что это такое? Это переносная ядерная бомба. Мы чего? Уничтожим оберкоманда, обезглавим нацистскую верхушку и дестабилизируем страну. Люди поймут, что борьба продолжается. Ласковец, готовься. Ты отправляешься в Розуэлл с этим. Ну окей. Это переносная ядерная бомба. Мы уничтожим оберкоманда, обезглавим нацистскую верхушку и дестабилизируем страну. Люди поймут, что борьба продолжается. Ласковец, готовься. Ты отправляешься в Розуэлл с этим. О, в розыске. Жидкие Билли. Так, да. Ласковец, ищи настоящее американское кафе Папы Джо. Там ты встретишься с суперчудилой. Смотри, не прокались. Встречусь с суперчудилой. Не проколоться. Так, ну, ладно. Давайте, наверное, сегодня все-таки закончим на этом. Вот. Приключения в Розуэлле уже в следующей серии с вами. Пойдем. На этом пока завершим. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте палец вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.